Друзья, всем привет! Меня зовут Юля, и вы на моем кулинарном канале «Сладкий персик». Обязательно подпишитесь, ведь у меня очень вкусно и уютно. Вы часто спрашивали у меня, куда же делись рецепты чая. Но было лето, жарко, поэтому чай мы не снимали. Но сегодня у нас сентябрь, а видео, кстати, выйдет, может быть, в октябре. И поэтому у нас возвращаются рецепты вкусных, уютных домашних чаев. И сегодня мы с вами будем готовить чай с фиолетовым базиликом и замороженными ягодами. Нам понадобится фиолетовый базилик, замороженные ягоды. У меня здесь черника, но классно будет просто готовить с черной смородиной. Просто она у меня лежит очень далеко в морозилке. И немножко сахара. Мы с вами берем ягоды и слегка их размораживаем. Их можно просто насыпать в блюдечко и оставить при комнатной температуре, например, на часик, или разморозить в микроволновке. Ягоды мы разморозили. Я их отправила в микроволновку на 40 секунд. Теперь мы складываем ягоды в заварочный чайник, лучше в стеклянный, просто так получится красивее. Вообще обожаю этот чайник. И засыпаем сахаром. Ягоды с сахаром засыпали, теперь берем толкушку. Лучше всего, если у вас есть специальная маленькая толкушка, она обычно есть у барменов, или специально для чая, но у меня есть только такая деревянная. Поэтому берем толкушку и очень аккуратно разминаем ягоды, чтобы они дали сок. И оставляем их примерно на 2-3 минуты. Пока ягоды у нас стоят, мы с вами помоем базилик. Теперь отправляем базилик, прям вот весь базилик, чем больше будет, тем вкуснее, в заварочный чайник. В конце заливаем кипятком и перемешиваем. Накрываем чайник крышкой и даем ему настояться примерно 5 минут. Ну а потом наслаждаемся вкусным чаем. Посмотрите, какой классный чай у нас получился. У него очень красивый цвет, а аромат просто на весь дом. Давайте скорее попробуем. Пахнет просто потрясающе. Вкус волшебный. То, что нужно вот для такой вот погоды за окном. Обязательно приготовьте такой чай из ягод, которые у вас есть в морозилке. Ставьте лайк этому рецепту и подписывайтесь на мой канал. Пока!